грандиозным флешмобом под живое исполнение рэпера Эл Уана. Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» начал свое выступление в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. На площадке Нагорного команда Зорна Лукича принимала Литу Васритас. Матч получился ярким с обилием красивых бросков. Хозяева доминировали на протяжении 3.5 четвертей. Порой разница в счете достигала 14 очков. К сожалению, черно-белые не смогли удержать столь серьезное преимущество. В итоге Литу Васритас смог перехватить инициативу и на последних минутах встречи вырвал победу. 70-66 не в пользу горожан. Уже в среду БКНН на паркете Нагорного проведет первый матч на Еврокубке, принимая венгерский клуб «Альба Фехервар». А вот от выступления на Кубке России в этом сезоне решили отказаться. Мы надеемся, что команда будет и без того нагружена выступлением в двух турнирах, Кубке и Лиге ВТБ. Поэтому мы приняли решение и надеемся, что нам будут необходимы паузы для отдыха. Поэтому приняли решение.